Твери между общественной палатой и епархиями митрополии, расположенными на территории региона, состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Тему продолжит наш корреспондент. Подписание соглашения проходило в стенах Тверской областной картинной галереи. Его подписали председатель общественной палаты Тверской области Игорь Лильчицкий и митрополит Тверской Кашинский Амвросий. Перед подписанием соглашения Игорь Лильчицкий назвал это важным шагом совместной деятельности общества и церкви на благо жителей Верхневолжья. Перед тем, как совершить акт подписания, мы совершили молебен. И это был молебен о деятельности палаты общественной. Мы, как сказал дорогой владыка Амвросий, находимся в начале нашего пути, нашего нового полномочия, новый этап полномочий, вот нашего созыва 6-го. Мы только начали нашу деятельность, фактически с 1 апреля, буквально в первые месяцы мы совершили молебен. Цель подписанного соглашения – сотрудничество общественной палаты и Тверской епархии в сфере сохранения традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, развития социального служения и волонтерства. Реализация социальных проектов и гражданских инициатив, направленных на патриотическое и духовное воспитание граждан, сохранение исторического, духовного и культурного наследия, поддержку семей с детьми, старшего поколения и людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, формирование здорового образа жизни. В свою очередь, митрополит Тверской Кашинский Амвросий пожелал участникам мероприятия быть деятельными в исполнении соглашения. Самое главное – нам не быть равнодушными. Особенно сейчас не быть равнодушными к судьбам нашего Отечества. Отечество – корнем и фундаментом которого является, без всякого сомнения, наша православная вера. И в зависимости от того, насколько мы будем укреплять этот фундамент, заботиться о нем, все остальное тоже будет в соответствующем состоянии. Подписанное соглашение предусматривает проведение взаимных консультаций для решения поставленных задач и другие формы взаимодействия, например, реализацию совместных проектов.